Souffrir sempre di più. Chi ne Понятно, было вроде бы. Точно, давай. Начнем его копнуть. Нужно, говорят, черный дрон занять. То возможно это еще одна атака. Как понимать? Это все равно будет еще раз. Читер, что ты делаешь? Еще очков заработал. Бомбер-то сделаю. У нас тут и оружие все просто. Ну, починка 3000 за форсаж. Ну, то есть на нем форсаж. Не особо уже. Мне сейчас надо идти, там же еще артефакт. Четыре тура душа. Если что, в обратную сторону подпрошла на военную. Ну там четверть цены обойдет. Дальность прыжка плюс 10. А, только он не подходит в пинском, то нахрена что предлагает. Меркуриан, кто? Только что мы сдали.
строй пока. Ну, чинить сейчас нам надо. Надо поставить научную базу на ХЗ куда-то. И тогда да. Тогда там трое чинить. Иначе без базы нельзя чинить. То есть или в Арц летать тогда. Арц или Солнце. А это ж ну левый край практически. Это далеко. Военная база стандартная броня почти. Ну смотри, или какого там больше. Обычная. У нас почти хватало, но у нас не хватает. И она не проходит. Про твой компьютер остался. Ну что, все это мы все равно. Уязвимый корпус вообще. Уязвимый. Дроид 30. Откуда это начало? Это 20 тысяч. Откуда я еще знаю? Уязвимого там называется. За 53 тысячи эти хорошие мешок. 460 корпус пускает. То есть 10 дня за поле. Любое поле плюс 20, он уже 30. 15, там 25 на 4. Урон. А этот плюс 5 ничего не дает. Хоть у него и 9 там. Ну тоже когда четверть и... Плюс 5 это 9. Вот тут при груди больше. Троид поставить. 19 тысяч. Это не хотят 19 тысяч, а продали 5 тысяч. Это 2,5. Да нет. У них корпус, ну, достаточно надежен. Две базы, да? Там на другой какой-то, на другую базу на ту шумели еще план. У меня 80 маневров, ну, допустим, если у меня было 40, тогда да, тогда бы пришлось бы тут. Что-то. Так, это. Не надо. Ты я там был как один, так один и так. Если это новая атака, так могу отпухнуть. Рейнджер герой. Тоже рейнджер герой. Ну, если отпустить неизвестно, будут он там корабли. На имя партнера будут воевать. Ну, обычно, потому что я же вклинился. Не стоит.